Ну. А, что надо говорить? Да. Нет, это на фото. Всем привет! Сегодня рассмотрим ножницы Black Line Jaguar. Эти ножницы относятся к 5 классу с артикулом 97525. Эти ножницы вы можете приобрести на сайте zevsus.com, ссылки будут под видео. Это самая максимальная линейка в Jaguar, выше уже идет горячий ножниц. Давайте мы его распакуем. В комплекте у нас идет чехол. На чехле написано Jaguar внутри ножницы. А также в комплекте идет две колечки, масло, и чтобы регулировать винтовую систему, то есть ход, ключик. И салфетка Jaguar. Сопроводительная документация. Вроде все. Так, давайте мы его откроем. Та-дам! Вот таким образом они упакованы. Вы, а также можете вторые ножницы здесь положить, и есть отделяющий чаш, чтобы они между собой не касались и не царапали. А также есть отдел, чтобы сюда ложить масло, салфетку и так далее. Давайте мы сразу ножницы достанем. Ножницы стоят 12 780 гривен. Мы сегодня расскажем, почему они так стоят. Ножницы сделаны из двух частей. Режущая часть – это микрокарбидная сталь. Это считается в Jaguar самая максимальная острота микрокарбидная сталь. Jaguar нам уверяет, что это более 2 миллионов среза. Вы представляете? Почему еще ценится именно 5 класс? Здесь идет ручная заточка и подгонка. В этом стали, именно в микрокарбиде, стали очень высокая концентрация ванадия. Кто не знает, это для укрепления стали. Более тверже становится сталь, добавление этого. Закалка идет при минус 200 градусов по фреадуру. Уникальный код, а также присутствует, и каждый код можно отследить. Винтовая система здесь более обновленная, чем в третьем, во втором классе. Smart Spin идет винтовая система, а здесь Vario Plus. Более закрытая, как вы видите, вовнутрь. Оно не выпуклое, и они не, там не будут волосы собираться, либо цепляться. А также у нас присутствует ханингование. Ханингование – это вогнутая часть внутренняя. То есть, когда мы закрываем ножницы, касается именно полотно, которое режет. А внутренняя часть, вот эти вогнутая часть, они не касаются. Благодаря этого тоже ход становится более мягким. Потом угол заточки. До третьего класса там идет угол заточки совершенно разный, чем у пятого класса. А также на полотне вы можете видеть Black Line. Это, как я сказал, что это к пятому классу относится. А также здесь серия из пятого класса, обозначение. Потом на ножницах написано Jaguar, а также написано, что сделано в Германии. Артикул написано. Как люди мне спрашивают, как можно понять, что ножницы оригинальные. Вот таким образом. А также каждую серию, которую можно отследить, зайти на сайт, оригинальный сайт Jaguar, и можно вписать ВИН-код уникальный, который идет, и можете отследить весь путь. Вот таким образом. А также по удобству, что у нас есть? У нас есть колечки изогнутые. То есть offset – это… Смещенное положение колец ножниц разгружает мышцы руки, шеи и плеча. Процесс стрижки становится приятным и облегченным. И ergo – это… Расположенное под углом кольцо для большого пальца снижает трение, сдавливание и обеспечивает надежную работу ножницами. Процесс стрижки становится еще приятнее. Почему сделано, люди, наверное, будут задавать, почему сделано из двух частей? Потому что если сделали бы цельным микрокарбидной сталь, а эти ножницы стоили бы намного дороже, чем 12 780 гривен. Вот так вот. В конце я бы хотел сказать, что качественный инструмент не может стоить дешево. И вы от этих ножниц получите уйму удовольствия. Сказать это одно, но когда вы возьмете эти ножницы, вы это почувствуете. Так что я очень хочу, чтобы у каждого мастера были эти ножницы в арсенале. Что еще можно сказать? Здесь нечего уже говорить, здесь надо брать и пробовать. Если какие-то вопросы будут задавать, я вам с удовольствием отвечу. С вас подписка, лайк, и обязательно подпишитесь в Instagram. Ссылки все будут под видео.
И, кстати, 2018 год, Jaguar журнал. Вот эти, вот эта красотка. Кто не понимает, полотно 5.25, это в длине 13,5 сантиметров. И 5.75 в длине, если конвертировать, это 15 сантиметров. Кто не знает. Так что вот так вот. Всем пока, хорошего дня и настроения.